Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Учительской 66, это магазин «Светофор». Приехала кое-что купить, ну и покажу, что сегодня здесь будет. Все, пойдем смотреть. Гель для стирки белья 2,7 литра, 96 рублей. Вот такие большие бутылки для любых видов стирки написано. Вот детский порошок, 178 рублей 10 копеек, 4,5 килограмма. Без фосфатов написано. Для чувствительной кожи подходит. Футболка, 135 рублей женская. Вот такая цветная, разные размеры. И вот такая вот. Вот, кстати, и такая вот есть. Зелененькая, неплохая. ХБшная она. Детские футболки 80 рублей всего. С трафаретами. И, в общем, ростовки неплохие. Я смотрю, не только совсем маленькие. 128, 134 рост. 140 рост. Но у меня внутри 116 я беру. Ростовку. Вот 110. Вот такая 152. Красивая. Тапки комнатные 126 рублей. Мужские. Такие вот и женские. Галоши садовые, утепленные 91 рубль. Это вот эти, я как поняла. А простые 77 рублей. На дачу. Стульчик детский 139 рублей. Удобно такое, как креслица. 54 на 39 на 32 сантиметра. Непоседа называется. Набор разделочных досок. Вот такие цветные красивые досточки. 75 рублей стоят наборчики. Две доски. Подносик вот такой прямоугольный. 56 рублей стоит. Небольшой. Есть вот еще красненькие, смотрю. Ведро туалет называется. 164,90, 18 литров. Вот такой вот. Кувшинчики вот такие, 91 рубль. 1 литр с крышечкой. Наборы стаканов 123 рубля. Здесь 6 штук наборчики. Салатники. Вот эти 84 рубля, как я поняла. А вот эти 23. Кружки 33 рубля. Носки спортивные написаны. По две штуки вместе. 53 рубля. Футболки мужские. 137 рублей. Неплохие вроде футболки, но они запечатанные. Полосочку. Разные тоже размеры. Мужские трусы 79 рублей. Боксеры. В школе тетради много, по 3 рубля 40 копеек. Тоненькие, по 3,40. 12 листов. Нет, 18 листов простые. А с картинками, значит, 8 рублей. 18 листов. Так, тетрадки 46 рублей. 60 листов. Разные картиночки. Наборчики вот такие, 58 рублей.
Здесь клей и ножницы, все вместе. Для школы можно такие наборчики взять. Крышки металлические, 20 штук, 54 рубля. Такой набор из ковриков, 349 рублей. 50 для ванной, я как поняла, и для туалета. Вот для туалета маленький, вот большой для ванной. 50 на 80 и 50 на 40 из двух штук. Вот есть синенький вот такой. Хлебцы ржаные. 14 рублей 90 копеек. Вот таких вот упаковочках. Здесь 130 грамм. Конфеты ассорти вот такие вот, 92 рубля, 10,5 килограмма. Мармелад полкило, 43 рубля, фруктовый. Ассорти, тут лимон, земляника, яблоко и виноград. Арахис 60 рублей, дрожжи вот такой вот, сахарной глазури. Здесь полкило. Здесь вот большие конфетки, называется шутер, полкилограмма, 68 рублей. Вот здесь вот такие вот, как шоколадки. Рулеты по 16,90, сливочные и с вареной сгущенкой, 145 грамм упаковочки. Конфеты маскарад, 189 рублей 1 килограмм. Это, по-моему, они типа маски. И вот батончики есть сливочные, 96 рублей килограммовые. Детское печенье бегемотики, 34,50. 119 рублей вот такие трубочки с вареной сгущенкой. Здесь 600 грамм почти. Гематоген 69 рублей, здесь 10 штучек вот упакованы. Ириски сливочные, килограмм 130 рублей. Орешки с вареной сгущенкой 123 рубля. Здесь 1 килограмм. Халва донская 40 рублей, вот такая вот. Здесь 0,5 килограмма. Конфеты 163 рубля килограмм. Крем и йогурт называется. Сухие галеты 89 рублей 600 грамм. Вот так они упакованы в коробочках. Сара 50 рублей 40 копеек. Вот такая натуральная в масле. Ананасы кусочками 71 рубль. Такие большие банки. Сара 37 рублей еще какая-то. Вот такая. Набор посуды. Дымка называется. 1724 рубля 90 копеек. 44 предмета плюс один написано. В таких коробках все упаковано. Лапша яичная, твердых сортов написано, казахстанская, отборная пшеница, 850 грамм, стоит это дело 61 рубль. Сосиски молочные в холодильнике, у них холодильная камера 173 рубля стоит. Колбаса копченая, оригинальная, 356 рублей, с перцем написано. Баварские сосиски 186 рублей стоят. Здесь акция идет. Семейная колбаса с чесноком и в подарок финский сервелат. Это вот так вот они прикрепили. Японский бекон 237 рублей килограмм. Свинина классическая называется. 327 рублей вот такое мяско. Тоже все омский бекон все делает. Вот еще оно уже все свежее привезли.
Пирожные бисквитные. Вот такая коробка 203 рубля стоит. Нарезное пирожное бисквитное написано. Вот такой еще пироженка есть. Варианты. Майонез вот такой большой 58 рублей стоит азбука кухни. Корм для кошек 172 рубля с курицей. Почти 2 килограмма, 1,9. Вот такой вот. Еще такой корм для кошек 225 рублей, 2 килограмма. Дарлинг. Так, корма здесь 32,70, 415 грамм. Вот такие вот, как тушенка, банки. Мясное сорти есть. А это у нас это курица в соусе. В общем, 32,70 стоит. Кофе молотый сублимированный добавлением молотого кофе написано. 69 рублей стоит. Кофе жареный, молотый, 70 рублей. Цена какая-то совсем дешевая. Написано арабика, ну не знаю, 250 грамм. Я кофе пью, не может такой кофе стоить так дешево. Ну, в общем, продается.